Рафаил. Рафаил, значит, да. Рафаил здесь говорит. Вот эти церкви вообще-то не выглядят как церкви, потому что если вы присмотритесь внимательно... К сожалению, нету банана, них... чтобы бросить вниз и показать глубину этой ямы. На них нету никаких христианских символов. Извините, банана прыгать будет, Ричард. Обратите внимание. Вот этот мостик, который и ведет к этим церквям, это современный мостик. А до каким образом люди добирались туда раньше, неизвестно. Возможно, был какой-то подземный ход. Я думаю, что прыгать. Иначе другого входа здесь нету. Может быть, но вот это мостик современный. Я знаю, я его помню. Его не было раньше. Его построили просто, чтобы туда не было входить совсем недавно. Может быть, это камня. Да, а до этого моста здесь не было. Каким образом? Все вырублено из цельного камня. То есть не сложно, не просто из глыбы вырублены. Еще вниз 7 метров, вот эти колодцы, видите? Вот это второй этаж, а вот это третий этаж. Подземный этаж один, вот этот второй этаж и третий этаж. 7 метров совсем недавно были. Там внутри вода.